В реанимационное отделение Сайрамской районной больницы поступила 45-летняя жительница района, на которую сильный ветер обрушил крышу магазина. Пострадавшая Нигара Досметова находится в крайне тяжелом состоянии. Диагноз сюда закрытие черепно-мозговой травмы, ушиб головного мозга, ушиб ссадины лица, закрытый перелом нижней челюсти со смещением, закрытый перелом основания черепа через открытый перелом. Через среднюю ямку, отогемолихория справа. В районной больнице находится еще четверо пострадавших от ураганного ветра, но их жизням, к счастью, ничего не угрожает. Комиссия по ЧС Сайрамского акимата устанавливает размер ущерба и координирует восстановительные работы. Ветром повреждены крыши школ в селах Колькент и Карасу. Также частично снесло крышу районного дворца культуры. В селе Асылаул нарушено электро- и водоснабжение. По сравнению с Шымкентом, близлежащий Сайрамский район пострадал меньше. Об этом заявил на пресс-конференции председатель областной комиссии по ЧС Сакен Каныбеков.